На Евровидение в Киев не пустят российских артистов из черных списков украинского Минкульта. Руководство Европейского песенного конкурса согласовало условия украинских организаторов. Именно они потребовали не отправлять в Киев лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом стало известно в ходе брифинга на официальной жеребьевке полуфиналов конкурса в Киеве. По словам главы Евровидения, в состав российской делегации войдут лишь те, кто может работать на Украине. В черный список Минкульта Украины входят такие артисты, как Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Наташа Королева и многие другие российские исполнители. Новость уже прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Я считаю, что России пора отказаться самим участвовать в этом конкурсе и не делать из этого что-то невероятное, понимаете, да? После того, когда не пустили наших паралимпийцев, понимаете, да, и Европа это поддержала, я считаю, что это вообще криминальная ситуация, отсутствие гуманизма и неуважение к спортсменам, к обществу, к людям и к целой нации.